Здравствуйте, друзья. Сейчас идет аукцион открытия. Я прямо сейчас включаюсь, некогда рассказывать. Смотрите. Вот, посмотрите, аукцион открытия идет. Как интересно все происходит. Смотрите, по Сургутнефтегазу. В общем-то, сказать, цена покупки есть 41,95. Сейчас я ставлю цену 41,95. Есть цена покупки. Я ставлю 695, я ставлю здесь продажу. Я ставлю продажу. Так, 93, максимальное количество. 93 я и продаю. Сургутнефтегаз привилегированных. Вот по этой цене. Это аукцион. Аукцион. Так, смотрим. Продажа 41,695. 41,695. Да, все, правильно я сделал. Вот, я хочу продать по этой цене. Почему моя заявка не видна? Ладно, 41,695. И посмотрите, что с «Газпромом». «Газпрома» у меня нет, но я, тем не менее, хочу его продать в шорт. Потому что по цене 237,42 кто-то хочет купить, я хочу, соответственно, продать «Газпром» в шорт. Смотрим, что будет. Что будет? Вот сейчас так, 9 часов 59 минут, 0,5. Буквально через 50 секунд все состоится. Так, здесь я хочу продать, здесь я хочу... А, здесь все хотят купить. А я хочу продать по этой цене. Почему? Сказать так, сейчас... Так, смотрим на мои заявки. Так, открыта заявка на продажу 5070 обувь России, 5730 обувь России, 237,42 на продажу. На продажу еще открыт Сургутнефтегаз привилегированный, 93 акции. Почему 93, я не понимаю. Сейчас попробую Сургутнефтегаз привилегированный свои еще продать. Так. Кажется, все состоялось. Что-то я продал. Обувь России я продал. В каком количестве? В количестве 51 штука я продал обувь на аукционе. Так, почему у меня сделок нет? Нет, вот обувь России я продал. Все, посмотрите. Обувь России я продал частично. По «Газпрому» посмотрите, какая активная торговля. И где она? Посмотрите, как я угадал насчет ожидаемой цены. Посмотрите, вот ожидаемая цена у меня. Куда идут акции? Сургутнефтегаз привилегированные ушли ниже, чем ожидаемая цена. Что это значит? Ну, это значит, что ожидается падение. И когда я вчера рекомендовал вам продать, если вы купили с плечом, продать, то, в общем, сказать, я подтверждаю, что я правильно сказал, потому что ожидаемая цена ниже, то есть здесь прибыли не получится. Вот, по обуви России, посмотрите, ожидаемая цена вот такая, поэтому вот по этим акциям я получу дивиденды, и еще я, в общем, сказать, неплохо заработал. Теперь по АФК-системе. АФК-система падает ниже, чем ожидаемая цена, я ее, вероятно, сейчас куплю немножечко. Что по «Газпрому»? Давайте смотрим, что по «Газпрому». Так, «Газпром» у нас упал тоже ниже, чем ожидаемая цена. То есть вот явно он должен вернуться. Вот, ну, по 222, я думаю, что можно его докупить немножечко. Сейчас я смотрю, значит, «Газпром». Так, 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 так. Так, ставим, так, по 221,5 я постараюсь его купить. Значит, ставлю заявочку на покупку. 221,5. Так, максимум 121. Не буду я 121 покупать, я куплю
Так, 10 лотов тоже много для меня, 5 лотов достаточно, но, скорее всего, заявка не сработает, но я ее поставлю на всякий случай, потому что будет коррекция. Что по системе? Давайте посмотрим по системе. Значит, по 11.40 ее смело можно покупать, я считаю. Так, по 11.40 ставим заявочку на покупку. Новая заявка. Ничего страшного не произойдет, если ничего не купится. 11.40, значит, 1140, значит, соответственно, я могу 10 лотов купить на 11.400, на 11.400 рублей. Я смогу купить этих лотов. Так, зарегистрировано. О, так, а где она зарегистрирована? Она сейчас... О, сработала. Так, систему я купил. Так, теперь что у нас с обувью? Обувь России я не собираюсь покупать в ближайшее время. Так, что у нас Сургутнефтегаз привилегированы? Я думаю, что их можно докупить по цене 33 где-нибудь рубля. Вот, почему нет? Так, сейчас посмотрим. По цене 33. Ну, я не уверен, что вот Сургут как раз надо покупать. Ну, по цене 33 и 4, предположим, да. Ну, 3 лота можно докупить на 10 тысяч рублей. Вот такая у нас история. Так, по системе я уже в плюсе, вы видите. Я уже в плюсе, то есть моя покупка сработала. Вот она позиция, и она уже пошла в плюсе, я ее могу уже продавать. Сколько я купил системы? 10 штук на 11.400 рублей, я уже в хорошем плюсе. «Газпром» я рискую купить, ну и бог с ним, пусть покупается. «КФК-система» будем продавать по 11.523. Так, 10 акций я буду продавать. Ну, разница там 10 рублей, на самом деле, небольшая. Вот. Ну, тем не менее. Так, «Газпром» купился. Так, «Газпром» у меня купился. И на аукционе открытия «Сургутнефтегаз» купить я не смог, продать тоже. Ну, ничего страшного. Так, смотрим на мои сделки. Так, «Газпром» я купил, «Обувь России» продал, систему я продал 10 акций. А, купил и продал уже 10 акций. Вот, ну, немного я заработал, на самом деле. Ну, вот так драматично прошел только что дивидендный гэп. Прибыль дня минус 2980 рублей. За счет чего? За счет того, что акции грохнулись вниз. Вот, эти деньги я получу, они мне вернутся, когда я получу дивиденды. Вот, у меня «Обувь России» сейчас позиция 490 вместо, сколько там было? Вместо 1000, то есть половину «Обуви России» я продал и получу дивиденды, то есть я их хорошо продал. «Сургутнефтегаз» привилегированный 300, как было, так и осталось. «Газпром» у меня 50 акций «Газпрома», 50 лотов, да, 50 акций «Газпрома», которые я купил, в общем сказать, по неплохой цене. Вот так драматично прошел сегодняшний день. Я считаю, что я сделал, в общем-то, неплохие сделки. На аукционе открытия я поставил. «Обувь России» продалась на аукционе открытия торгов. Это впервые, по-моему, у меня на аукционе что-то сработало. Вот, «Газпром» я купил по хорошей цене после дивидендного гэпа, и он у меня уже сейчас будет восстанавливаться. Я надеюсь, что будет в плюсе. Ну, в принципе, я не переживаю за «Газпром». Он уйдет в плюс. Что еще? «Сургутнефтегаз» привилегированные. Ну, там вопрос тот еще. Вот. Уйдет он в плюс. Будет ли восстановление или нет, я не знаю. Но дивиденды за 300 акций я получу. И дивиденды за 1000 акций «Обуви России» я тоже получу.
получу. Вот, то есть у меня сейчас 490 акций осталось, а дивиденды я получу за 1000. Ну, я надеюсь, что эти вот два последних видео были полезны. Завершилась история с дивидендным гэпом. Как, вот посмотрите, как я предугадал абсолютно точно ожидаемую цену, ну, скажем, по Сургутнефтегазу привилегированным, и как это делается, вот вы видели прямо наглядно, как это можно предугадать, как это можно предусмотреть. Вот, поставьте, пожалуйста, лайк, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, до встречи.